Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем мини-видеообзоре мы посмотрим на кофту Левис с 50 с лишним процентов шерсти. Купленная, понятное дело, она была в Черную Пятницу. Понятное дело, в США. И, понятное дело, со скидкой 60%. Такая вот замечательная кофта размера XL. Цена у нее порядка $80. Было. Кофта чудесного коричневого цвета. Хотели сначала купить с тунгусскими мотивами или с какими-то мотивами. В общем, с какими-то мотивами в итоге купили эту кофту, потому что это мне больше понравилось. Высокий воротник, шарфа практически не надо. В кофте очень тепло, даже сильный мороз. Сшита она в Китае фирменном. И, как я уже сказал, имеет 51% шерсти. Выглядит очень солидно. Нитка из 7 штук связанная, теплая, хорошая кофта. Качество Левис говорит само за себя. Ну и, понятное дело, цена в России у нее где-то раза в 2-3 дороже, чем у нас тут в США. Спасибо за внимание, всего хорошего.